На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринта.ру. Стих читает Курдяева София, 4,5 года, город Омск, детский сад номер 210. Стихотворение «Ходит наша бабушка», автор Дора Хайкина. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Даст тебе лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что здесь такого? Ты потерпишь чуточку, и уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Погляди, как я прыгаю, это так легко. Улыбнулась бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто стара, просто очень стара. Волосы седые, где-то потеряла годы молодые. За лесами темными, за горой высокой, как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, побегу. Годы молодые, я тебя найду.